Популярный актер Андрей Гайдулян победил страшную болезнь и возвращается в сериал «Саша, Таня». Этой прекрасной новостью актер поделился в своем микроблоге. Последние обследования показали, что сейчас Андрей полностью здоров, с чем его и поздравили поклонники. Минувшей осенью Андрей планировал сыграть свадьбу со своей возлюбленной Дианой, но их планам тогда помешала внезапная болезнь. Летом у Гайдуляна обнаружили вторую стадию лимфомы. Актер мужественно боролся с болезнью, перенес операцию и прошел курс химиотерапии в Германии. Все это время его поддерживала невеста. Девушка публиковала новости о состоянии любимого и всегда была рядом. Но теперь, когда болезнь отступила, пара, кажется, решила расстаться. Об этом свидетельствует грустный пост Дианы в Инстаграм. «Не было предела моего счастья быть с тобой. И все, что мы прошли, это самое лучшее, что было со мной. Но что-то сломало нас, победило. И все, что остается нам, это отпустить все в бесконечность. Желаю счастья каждому. Красивый конец. Как бы там ни было, мы победители с тобой». Мы поздравляем Андрея с выздоровлением и надеемся, что возлюбленные смогут преодолеть все трудности, ведь главная победа уже позади.